Меня убили. В смысле? Как? Он меня в упор гранатой вернул. Вон, сразу все. Убил? Он все, да, пол хп снял. Одним выстрелом пол хп снял. А, ну да, у тебя же пол. Так у меня еще броня была, и этот, он все с меня снял. А ты где, погоди? Ну ты жива сейчас? Да. А где? Да тут я с тобой. Да. О, они сейчас больно бьют. Ну это нормально, кстати. Я уже хоть и чувствую игру. Вот броня. А еще, мне, кстати. А мне плохо. Да, это уже серьезнее стало. А все. Кроны на автомат. Сейчас, погоди. Ракетниц. А, гранаты, гранаты. Пойдем, все так резко, блин, и лаза. Ой-ой-ой, это плохо. Они сейчас больно будут. Еее. Ой-ой-ой, там большой скорпион большой. Медведя подстраховал. О, что-то закончились, да. Патроны уже. Надо поэкономнее быть. Там скорпион, кстати. Ой, там большой челик нам идет. Там вообще большой прям идет. Прям большой-большой. Есть, ну, у меня на него оружие. Да, что-то я не пользуюсь этим ракетницей. А надо. Что, нам модификатор отобрали у нас? Походу, да. Этот модификатор сразу там 3 патрона туда. Сейчас патроны тут подбираю. Скорпиона просто раз. А то я что-то на средней сложности даже вот эти ракетницы не исп... ничего не использовал. Сейчас уже надо. Сейчас уже, блин. Давай полутаем тут. Ой-ой-ой, там... Там вот этот босс, мини-босс, вот этот, которого мы били. Ой-ой-ой. Банкиры перемещаются. Нам патроны, патроны. Здоровье, патроны.
пилка тут у меня лежит. А еще, блин, где ты? О, да, да, здесь. Поднимись там на бугор. Looky what I found. I don't know, Sam, what is it? It's a locked door. But you hate those, don't you, Sam? Yes, yes, I do. And you know what? I bet Rodriguez won't run into a single one of these. Броня тут я нашел. Нет, где ты? Да, за тобой. Опа. О, ключ, который там лежит. Да. Why can't these things ever be under the doormat? Да, что это было? Видели? Вижу цель. Давай. В себя верю, блядь, пацаны, вы чё? Где ты там? А, это с ними? Я пытаюсь большого этого. Один минус. Молодец. Шлемик тут лежит. А он, кстати, там патрон. Я не увидел. Все, на выход. Да. Обана. Ой-ой-ой. Зажали, суки. Ой, надо отсюда убегать. Я не знаю, где я. Они меня убили. Очень много. Где ты? Да бля. Пацаны, а нормально же общались. Это бис. Пипец, я все полностью, у меня 30 хп. Меня убили. Тебя убили? Да, они меня вот в углу зажали. Зачем мы это? А если мы вдвоем умрем, это мы, ну, начинаем сначала или как? Наверное. По-самому вдвоем ни разу не умирали еще. Давай умрем, посмотрим. Если умрем, значит умрем. Да, у нас еще будет. О, там умирать. Че так показывает такое большое расстояние? О-о-о, хилочка, хилочка, хилочка. Ага, на один. Плюс один. Здоровье плюс один. Подожди, иди сюда, глянь с этой стороны, Яндыш. А у нас все хилки обнулились, все обнулилось вообще. Да. Блин, да чё там это вообще? А это, наверное, обнулилось, потому что я сложность поменял. Ты прикалываешься? Возвращай обратно. Ой, сразу убегаешь, тут пацаны ждут. Воу, 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 воу,
Дядя Федор, ё-моё. Ой-ой, там большая проблема дальше. Ракетница. Он тебя убил сразу? Да. Я видел. Да, у меня 30 хп был. Ты можешь одесснуться? Да. О, зато у меня 110 хп теперь. Вот он шотнул сразу, прикольно. Ну так оно и должно быть, да. О! Да тот автомат, который... Автоматический дробовик. А, о, нормально, кстати, мне нравится. Стрелка, кайф. Ну, посмотрим. Ой, тут нас сразу ждет. Крутая пушка вообще новая, бомба просто. Теперь она одна из моих любимых. Да и блядь! Да, убегай отсюда. Пушка новая какая. Это что, новый вид садомаза, о котором мы не знаем ничего? Что так плотно? Вот, сейчас хоть игра начала чувствоваться. Что так плотно? Мне нравилось, как мы раньше играли. Было мило и хорошо. Было столько патронов. Ну, прям патронов немного было, но было прям... Ну, было выживаемость получше. Ну, вы проходили, было весело, блин, а теперь мне плохо. Жду тебя, короче. Я здесь, сзади стою. Сзади стою! А ну. А, нет, там... Михаил, can you hear me? I'm on my way. They're trapped. What else are they gonna do? Dangerous. Dangerous. Ой-ой-ой, большие пошли. Ой, вообще сильные. Аккуратно. Я со снайперкой играю. Ой, как больно прям. Это мне подсказывает, что дело пахнет керосином. Керосимой. Блядь. Да, он пистолет достал, короче, с двух пистолетов. Он уже у меня взорвался. Ой-ой, надо. А я, кстати, уже красный. Ой, я отбегу, короче, назад. Добить хочет. Да блин, я по-моему сейчас. Блин, ас. Спасай меня. Я пытаюсь. Ой, я похилился. Да я сразу еще раз могу. Я убегаю, короче.
Не, с этого оружия вообще по ним не попасть. Ой, они там. Автомат помощь. Самая наводящая. Вот когда была модификация. Модификация самая наводящаяся была. Да. Было очень вот легко. Вот по снайперке, да, нормально. Блядь, сейчас опять помру. Не помирай. Они еще жирные, прям вообще. Я отбежал, блядь, назад. Живи, а я тоже, наверное, живи 5 секунд. Нет, я назад отбегаю. Живи. Я в узкий коридор отбегаю. Все, все, я. Нет, не надо. Все, я. Нажмите, чтобы. Пожалуйста! Воскресни! Я воскрес, воскрес. Ой, как вообще влетает, влетает. Патроны опять есть. Блять, нет. Чё там? Я умер. Блин, на что такое? Ну давай, жирный, сука. Я одного жирного убила. Молодец. Я бегаю тут. Второго жирного убила. Одну голову убила. Красный, красный. Давай, добить его. Все? Да, тогда битвы пошли, да? Надо все собирать оружие. Вон тут патроны. Для теперь, автомата. Блин, не подствольного гранатомета нет, ничего. Зачем мы на середине прохождения поменяли сложность? Отлично. Просто просрали все модификаторы, все просрали. Да это не факт, что ты же не знаешь, что это от этого. Да это от этого. Мне кажется, это не от этого. Ну, а хотя да, может сложность выше и все модификации убрали, типа, из-за сложности. Да нет, я думаю, что просто на новой сложности надо было просто начинать заново и заново набирать все модификаторы. А когда ты... Ты где? Я хочу остановиться, перерыв сделать.